Диана, мне кажется, ты себя сейчас ведешь как маленькая девочка. А мне, девочка, кажется, что Диана просто хочет, чтобы ее уламывали и уговаривали. Подорвала свою пятую точку и идем тренироваться. Знаете что, девочки, можете меня не уламывать и не уговаривать. Идите тренируйтесь без меня. Вы что, не видите, у меня депресняк. Я запуталась в своих чувствах. Ну все понятно, Диана запуталась, Зип или Смайл. Диана, а тебе что, твое сердце не подсказывает? А мне кажется, нужно сделать так. Провести время со Смайлом и Зипом и выбрать, кто лучше. И тебе сердце подскажет, с кем же тебе быть. Девочки, в этом-то и проблема. Мое сердце молчит. Сердце, ау! Видите, молчит. Я не знаю, что мне делать. Диана, зачем тебе слушать сердце, если ты можешь слушать нас, своих подруг? Мы же Дианы подруги? Да. Так, в общем, если ты хочешь быть Зипом, тебе нужно стать такой, как он. Зеленое лицо, синяки под глазами. А знаете что, девочки? Это даже очень круто, потому что не нужно по утрам замазывать свои синяки тоналкой. Девочки, это не смешно. И вообще, если я буду встречаться с Зипом, вы же не будете больше со мной дружить. Я же буду не такая, как вы. Диан, я буду дружить с тобой всегда. Ты же моя ЛП. Главное, чтобы ты меня не заразила. Потому что я не хочу быть такой же зеленой кожей. А я тут даже могу Заком замутить. И будем обе с синяками и с бледной кожей. И что, тогда наша команда будет называться Банни Зомб? Да, девочки? В общем, девочки, я принимаю ваш совет. Я сегодня пойду на свидание и со Смайлом, и с Зипом. И я сегодня решу, с кем же мне остаться. Диан, это правильное решение. Но я, ты знаешь, за то, чтобы ты была со Смайлом. О, девочки, тогда я тоже сегодня пойду на свидание с Заком. Вы же не против? Девочки, ну если вы будете встречаться с зомбаками, вы станете зомбачками. И тогда наша команда распадется. И поэтому, девочки, я поговорю с Зипом, чтобы он познакомил вас с его друзьями-зомби. И тогда мы станем все зомби. Это же круто! Нет! Да, это очень даже круто! Девочки, прикиньте, это у нас с вами будет новый лозунг. Банни-зомби круче всех. Банни-зомби ждет успех. Диан, по-моему, ты съехала с катушек. А-а. Можно пить и есть будете позже. У нас очень важное объявление. Делаем, делаем. Итак, завтра у нас конкурс на самый красивый наряд. Девочка, которая будет в самом красивом наряде, получит приз. Приз $1000. Лиза, ты должна выиграть. Мы оплатим все долги за трелю. Стоп, а что это должно быть, платье или другой наряд? У меня столько красивых платьев, это конкурс точно для меня. Слушай, если ты выиграешь, я могу себе купить мопед. Патрик, если я выиграю, я куплю себе кольцо с бриллиантом. Нет, конечно, все очень круто, а мальчики могут принимать участие? Нет, Райан, конкурс только для девочек. Блин, я тоже хочу $1000. Так что, ребятки, готовьтесь. Завтра будет жаришка. И, кстати, кто выиграет $1000, накрывает для всех сладкий стол. Талисман, твой мохито. Спасибо, Айса, то мне в этом костюме жарковато. Так, талисманы, передай своим черезер шамбане, что завтра конкурс. А то мы их даже видеть не хотим. Хорошо, передам. Пацаны, а вы будете в жюри? Так что оденьтесь поприличней. Мы в жюри? Патрик, ты должен их всех подговорить, чтобы голосовали за меня. Ага, Жужа, обломайся. Короче, ребята, обломайтесь, выиграю я, 1000 моя. Я бы здесь поспорила. Пицца, короче, сегодня шьешь себе платье. Шью? Ну а что делать, ты же не носишь платье, нету у тебя. Ну ладно, из твоей футболки. Из моих трусов пошьем платье мини, пойдет? Договорились. Я сегодня тренироваться не хочу, у меня нет настроения. Блонди, футболисты! Типа мы их не видим. А он фрукт в кузе, смотри. О, Дима, ну подвези меня к Блонди. Блонди! Блин, меня еще Костя забил. Ага. Вот блин. Костя, привет! Пицца, лимонад! Девочки, Айс отошел в туалет, без него ничего не продаю. Блонди, а ты что, меня морозишь? Морозишь? И вообще, где твоя подруга Женя? Почему вас вчера прождали целый день? А вы не пришли, вы нас за кого принимаете, а? Как-то неудобно что говорить. Говори по факту, что ты его уже разлюбила. А я его и не любила. Футболист, а чего вы за нами едете? Костя, Блонди тебя не любит, не любила и не полюбит. Едьте отсюда. Ого, нам девочки говорили другое. Блонди, это правда? Костя, ты ставишь Блонди в неловкое положение. Она не может при всех тебе говорить. Не могу. Ну смотрите, Фрокс, когда мы себе найдем новых девчонок, не плачьте. Знаете, сколько нам девчонок пишет? Директ разрывается. А нам очень много девчонок пишет. Очень. Кажется, я только что потеряла парня. Блонди, так ты определись. Тебе и Зип нравится, и Костя. А знаешь, как это сложно определиться? Пицца, лимонад. Айс ушел в туалет, я ничего не продаю.
Ну что, девочки, кто пойдет и передаст записку Смайлу? Ла-ла-ла. Понятно. Ладно, давай я передам, все-таки твоя лучшая подруга. Спасибо, Кнопа, выручаешь. Стой, я хочу попшикать духами, чтобы Смайл точно растаял и согласился пойти со мной на свидание. Диана, что мне ему говорить? Кнопа, просто подойдешь и скажешь: Смайл, тебе записка, даже не нужно говорить от кого. Он прочитает и сам все поймет. Вот, Диана, весело будет, если Смайл не согласится с тобой пойти на свидание. Тогда у тебя остается один вариант. Зип, Мэри, я тебя огорчу, со мной так не работает. Со мной всегда и все хотят ходить на свидание. Ну, я пошла. Иди уже. Кстати, Диан, если ты идешь сегодня на свидание со Смайлом, то я тоже сегодня с Тимуром прогуляюсь. Ок, Кноп, быстрее, пожалуйста, быстрее. Все, я пошла. Ну что, узнали? Да, узнали. Мы, короче, перелезли через забор загородного дома и узнали, что тут живут красивые девчонки. Хорошо, а за меня вы сказали? Да, мы сказали, что нас три крутых пацана, а их три крутых девчонки. И они сказали, что могут сегодня с нами встретиться и пойти погулять. Отлично, ну что, Смайл, начинается новая жизнь, новая девчонка, новые отношения. Только это, Кнопе не говорите. О, баскетболисты, вот тут привет. Тимур, привет. Привет, Кнопа. Что-то случилось? Да нет, все нормально. Окей, Смайл, это тебе. От кого? Ну, просили просто передать, не говорить от кого. А что с вами? Какие-то надутые, какие-то отмороженные. Да это, настроения нету. Тренировались, устали. Окей. Пацаны, наши с вами дела отменяются. Я иду с Дианой на свидание. Ну ладно, раз устали, отдыхайте. Я-то думала, Тимур, мы сегодня на свидание пойдем. Но раз ты устала, отдыхай. Вот блин, Смайл, у меня из-за тебя свидание с Кнопой сорвалось. Ну я же не знал, что мне Диана на свидание позовет. Блин, Смайл, ты реально нас подставляешь. Блин, пацаны, ну чего вы обижаетесь? Пойдите без меня. Диана мне вон записку передала. Попшикла, любит меня, жизнь налаживается. Слышь, Смайл, у тебя все налаживается? Да, у меня с Кнопой свидание сорвалось. Смайл, мы с тобой связываться больше не будем. Ты же знаешь, что нас девчонки будут ждать. Так что, мне отказаться от свидания с Дианой и пойти к девчонке, которую я даже не видел? Не, пацаны, сорян, вдруг она мне не понравится. Ладно, пойду я Кнопу на свидание приглашу. Прикольно, я здесь что, сам останусь? Ну, в принципе, можешь пригласить Мэри или Настю. Все, Ромео, я пошел. Спасибо, Мэри или Настя. Ну что? Согласился, можешь идти наряжаться. Ну, я знала, Смайл не мог отказаться пойти со мной на свидание. Девочки, а вы что, со мной не идете наряжаться? Идем! Идем! Ты что, без нас справиться не можешь? Мэри, пойдем, я тоже должна на свидание к Заку собраться. Зебры вперед! Зебры самые сильные! Зебры непобедимые! Зебры вперед! Зебры самые сильные! Зебры непобедимые! Зарина, знаешь, что я хочу сказать? Зебры вперед! Зебры самые сильные! Зебры непобедимые! Зебры вперед! Зебры самые сильные! Зебры непобедимые! Зип! Слышь, Зан, я в душе, не заходи! Зип, я не смотрю. Зип, я только что такое увидел, ты не представляешь. Ты что, меня увидел? Нет, там Залина тренируется, она походу хочет вернуться в черлидерши. Че, реально? Зип! И у нее такое счастливое лицо. Ну все, девочки, на свидание со Смайлом, я уже собралась. Неужели не прошло и полгода? Кнопа, я собираюсь долго, но тщательно. Настя, а ты сможешь передать записку Зипу, что я тоже его приглашаю на свидание? Ну, если Залина меня не спустит с лестницы, значит, передам ему. Настя, а ты возьми с собой Мэри и Кнопу, если что, они за тебя заступятся. Мэри вызвал учителя Майк, что-то она уже натворила. Поэтому мы с Настей пойдем вместе. Девочки, ну я думаю, вы вдвоем справитесь. Конечно, справимся. Удачи вам, девочки! И тебе, Диана, удачи! На свидании со Смайлом! Ну что, Ай, сделай свои жареные крылышки. Все посваливали, буду объедаться. О, Ромео, вижу, у тебя хорошее настроение. Хочешь попробовать новый соус чили? Он так подходит к крылышкам. Без разницы, давай свой соус чили. Ну что, Ромео, пожелай мне удачи. Отвянь, без удачи обойдешься. Тю, ладно. Сделайте мне лимонад, я как бы на свидание иду. Ого, баскетболисты поссорились. Ничего, бывает, наш лимонад их помирит. Ромео, тебе тоже лимонад? Нет, лимонад для сопливых мальчиков, мне горячий шоколад сделать. Блин, Ромео, что ты такой бешеный и агрессивный? Я иду на свидание с девушкой, что, завидуешь? Ну и вали на свое свидание. Айс, давай быстрее, уже кушать хочется. Да-да-да, сейчас жарится. Ромео, не злись, все у тебя будет хорошо. А я думала, только подружки ссорятся. А нет, оказывается, пацаны тоже. Конечно, ссорятся. Да и не только ссорятся, еще и дерутся. Кнопа! Тимур, извини, у меня важная миссия. Встретимся Кнопа, позже. Пойдем. Что за облом? Облом за обломом. Где
Диана, ты такая красивая. Спасибо, Смайл, ничего нового не мог придумать. Смайл, а что у тебя за внешний вид? Ты же как бы на свидание собрался. Где костюм, рубашка, бабочка? Малая, не выделывайся, ты тоже не в платье. Ладно, ну так что, Смайл, куда пойдем? Да куда скажешь, туда и пойдем. Я доверяюсь полностью твоему вкусу. Ну ладно. Я так соскучилась. Настя, мы не за этим пришли, записка. А, точно, Зак, это передай, пожалуйста, Зипу, только не читай, пожалуйста, это Диан. Зак, я так соскучилась, когда мы уже на свидание пойдем? Хорошо, я передам записку. Давай уходи, а то Залина увидит. Блин, Зак, ты так и будешь бояться этой Залины. Что эта Залина тебе вообще сделает? Ты уже взрослый. Настя, пожалуйста, уходи. Что здесь происходит, Зак? Ничего, Залина, тут девочки пришли, но они сейчас уходят. Пусть девочки сами уходят. Или им помочь? Нет, не надо. Мы уходим. Зак, смотри, я тебя буду ждать сегодня возле озера. Залина, зачем ты так? Смайл, так куда мы идем? Диана, ты же сказала, что доверяешь моему вкусу. Ну, да. Ну, так вот доверься моему вкусу. Я что-то так мороженое захотела. А я что-то вот не взял деньги на мороженое. Блин. Мам, не нужно ехать и меня кормить. Я сытый. Ты можешь приехать помыть посуду, потому что у нас ее никто не моет. Все, нет, у меня лучшей подруги крысы. Даже некому дожаловаться. Учитель Майк! Мам, да у меня все хорошо. Да, я брызгаюсь от комаров. Я на что? Учитель Майк, я повзорю с Лялей. Нет, мама, это не моя девушка. Это Яна крыса рыдает. Я тебе перезвоню. Ян, что такое? Учитель Майк, выгоните эту Лялю. Она постоянно на меня орет. Это несправедливо. Так, Яна, выходи. Вы сегодня с нее ссоритесь, завтра миритесь. А ну, выходи. Вот так вот, да, учителек? Вот так вот? Да, вот так вот. Хорошо, спасибо, учитель Майк, спасибо. Так, надо теперь папе позвонить. Смайл, мне еще долго сидеть с закрытыми глазами? На счет три открывай глаза. Раз, два, три. Смайл, спасибо. Класс. Подожди, а у тебя же не было денег, и магазина здесь поблизости нет. Диан, ну конечно, я же все продумал, я знал, что ты захочешь мороженое. Блин, Смайл, ты иногда бываешь такой классный, я прям заново в тебя влюбляюсь. Диан, так что у нас все будет как раньше? Посмотрим, Смайл. Ну что, давай как раньше, за наши новые лучшие отношения? Давай, Смайл. Итак, лузеры, вы должны кем-то стать в будущем. Я считаю, что вы должны стать визажистами. А я считаю, что я должна стать парикмахером. Груша, визажистом лучше. Слушай, Райан, визажист это не мое, я бейсболист. И точка. Так, ребята, тихо, давайте послушаем. Визажистом быть круто. Если ты визажист, можешь зарабатывать нормальные деньги. Окей, Райан, рассказывай. Итак, ребят, сегодня вас научу делать контуринг. Кто мне подскажет, какой кистью мы делаем основу для макияжа? Я знаю, основа наносится самой толстой кистью. Груша, нет, основа наносится средней кистью. Плохой из тебя визажист. Правильно, Карина, вот такой высоте кисти делается качественная основа для лица. Так, ребят, вы что тут сидите, как в кинотеатре? Давайте заказывайте что-то. Да, вы заградили нам трейлер. Делайте заказ или сворачивайтесь в другое место. Секундочку. Ребята, у меня курсы платные. После курсов я с вами рассчитаюсь. А, ну ладно, сидите, ребята, сидите. Никуда не уходите, вы нам вообще не мешаете. Наконец-то! Диан, переодевайся, у тебя скоро свидание с Зипом. Как прошло свидание со Смайлом? Девочки, это было идеальное свидание. Смайл показал себя с лучшей стороны. Переодевайся, тебя ждет свидание с Зипом. Диана, и сегодня ты должна решить. Смайл или Зип? Девочки, что надеть? Сама решай. Окей, поняла. Спасибо за совет, подружки. Ну что ты лежишь, где духи мужские? Ты такой смешной, когда на свидание собираешься. Духи в ванну. Не, ну ты скажи, я нормально выгляжу? Зип, ты куда собираешься? Вы что-то от меня скрываете? Зип идет на свидание. С кем? С самой красивой девушкой в мире. Ладно, малыш, я духи верну после свидания. Залина, тебе тоже бы не мешало познакомиться с парнем. Там много симпотных парней. Я тебе сейчас! Блин, где же Зип? Неужели он не придет на свидание? Малая, я здесь. Зип, ты все-таки пришел. Зип, так вылазь из кустов. Так мне нельзя показываться. Зип, в загородном доме тихий час. Никого нет, тебя никто не увидит. Иди сюда. Малая, это тебе. О, спасибо, как мило. Ну что, куда пойдем? Ну,
Не знаю, Зип, я доверяю твоему вкусу. Тогда предлагаю прогуляться по лесу, по самому темному и стрёмному. О, послушай, Зип, давай-ка, наверное, ты доверишься сегодня моему вкусу. Я предлагаю пойти в трейлер и выпить горячий шоколад. Я не могу. Зип, послушай, успокойся, никто ничего не поймет. Типа ты никогда не загорал на солнце. Айс, Райан тебе отдал деньги? Нет. Надо было сразу брать, прям точно их не отдал. Айс, пицца, привет! Нам, пожалуйста, 2 клубничных лимонада. Это мой друг Зип, знакомьтесь. Здорово. Это что, со странного дома соседи? Наш дом не странный, а самый обычный. Послушайте, я не хочу, чтобы вы задавали такие нескромные вопросы моему другу Зипу. Сделайте нам, пожалуйста, 2 клубничных лимонада. И побыстрее. Диана, а может пойдем в другое место? Да нет, Зип, мы будем здесь. Спасибо. Ну что, пойдем в темный лес? Пойдем, Зип. Ась, надо рассказать все учителю Майку или вызвать полицию. Не, мы в это темное дело влазить не будем. О, отличное место. Под дождем не намокнем. Ага, так романтично. А какое у нас свидание? Дружеское или это уже начало отношений? Послушай, Зип, ты очень классный и крутой, и ты можешь моего любого недоброжелателя... Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Но у меня есть Смайл, мой парень, и он не готов меня вот так вот отпускать. Не проблема, я могу тебя у него отбить. Зип, но как? Да в чем проблема? Просто собирай вещи и переезжай ко мне. Зип, это, конечно, классное предложение, но я не могу так сразу. О, Зип, но я не давала разрешения на поцелуй. Короче, Мала, еще 2 поцелуя, и ты станешь такой, как я. Либо я стану таким, как ты. Круто. Короче, девочки, еще 2 поцелуя, и я стану либо зомби, либо он станет человеком. Вы поцеловались? Да, но я не давала согласия, он сам. Ну, Диана, и ты приняла решение, Смайл или Зип? Ну, Диан, с кем лучше было свидание? Я не определилась, они оба такие классные. Можно я подумаю, до утра? Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока! Я пойду спать, мне нужно думать. Да, окей, все.